В селе Сизябск Ижемского района есть улица Канева Меркурия Ивановича. Это мой прадед. Это человек невысокого роста, быстрый в движениях, с улыбчивым лицом, с внимательным взглядом. Это все из воспоминаний односельчан. Меркурий Иванович родился 23 ноября 1912 года. Женился в 18 лет на своей сверстнице Александре. Так получилось, что его родители умерли рано, и он вместе с супругой воспитывал своих малолетних сестер. При этом своих детей было семеро. Он воевал на Карельском фронте, был разведчиком. Историк и краевед Никон Кондратьевич Хатанзейский писал воспоминания полковника Соловьева, который был однополчанином моего деда. Полковник Соловьев вспоминал: «Старшина Канев был легким, самоотверженным и добрым товарищем. Он умел не только словом, но и делом воодушевить бойцов. В 1947 году Меркурий Иванович стал председателем исполкома Сизябского сельского совета. Дорос от бригадира. 22 года он был на этом посту, и есть интересный факт. В 1960-м его наградили велосипедом за выполнение плана, за слаженную работу. Мой дед пел в сельском хоре ветеранов, изготавливал дуги, хомуты, сани, был заядлым рыбаком. Вместе с коллективом ходил на сенокос и помогал лесозаготовителям. Не было для него мелочей, все было важным. Дороги, мосты, колодцы, везде был порядок. Он жил, не жалея себя. Воевал, восстанавливал село в тяжелые времена. И верил, что именно общими усилиями все наладится. Это хороший пример для всех нас. Конкретно для меня и именно сейчас. Ваши воспоминания бесценны. Напишем вместе книгу памяти Республики Коми.